Сегодня мы поговорим о технике кофтари. Это старинная технология, пришедшая из Древней Индии и Древней Персии. Она заключается в том, чтобы внедрить золото и серебро в твердую инструментальную сталь. История техники кофтгари исчисляется столетиями. Это способ, которым с помощью тонкой золотой или реже серебряной проволоки тонкий узор наносится на сталь. Процесс заключается в том, что на поверхности стали находится очень тонкий узор царапин и желобков в форме конечного орнамента. Затем проволока из драгоценных металлов аккуратно укладывается в эти желобки. Это делается с помощью специального инструмента. Более мягкий металл, серебро и золото, механически вдавливается в нанесенные царапины. Затем сталь нагревается и по готовым узорам проходится молотком. При этом, для того, чтобы увеличить контраст между металлами, стальную основу обрабатывают методом фосфатирования. Это технология создания на поверхности металла защитной пленки, состоящей из нерастворимых фосфатов марганца, железа или цинка. Она делает металл более темным. Это традиционное искусство, которое делает вещи утонченными и неповторимыми.